Всем привет, с вами Братишка ТВ, сегодня мы будем в Синквей Мега. Я приехал в свой дом, изначальный город Астана. Вот такой. Повторюсь, очень классный. Так что я вам буду комментировать, что как есть. Театр 16 зал должен быть открыто пока что подходит. Назарбаевская школа. Отлично. Очень красиво. Скоро из магазина появится. На первом этаже уже магазины есть. Очень классно, красиво. Но на улице очень холодно. Как будто на аэропорту. Мега почти такая, что какой-то мега. Сикой. Лампы такие красивые. Мы сейчас пойдем в кино. Смурфиков. Вот моя мама. А вот моя сестра. Моя сестра скоро будет снимать тоже обзоры на всякие игрушки. Так. Я пока что все буду показывать. Потому что мне нечего делать. Моя сестренка тоже хочет обзор сделать. Из-за этого она тоже снимает очень большой. Снаружи кажется, что маленький, но внутрь заходишь, он очень широкий и большой. Давайте сейчас на стоп поставлю, когда мы в кино придем. Я восстановлю запись. Пацаны, мы нашли здесь в черяшник, так сказать. Здесь попугаи ходят. Вот такой вот. Такая клеточка маленькая. Всякие попугайчики красивые. Туда можно внутрь заходить. И это все бесплатно. Здесь можно хоть целый день возить. Вот такой. Очень красиво. Обустроено. Надеюсь, мы впереди еще что-то найдем. Вот такие вот попугаи здесь написаны. Кто видит, тот поймет. Сестренка с фоткой, чтобы вам видео хорошее получилось. Моя мама уже ушла куда-то. Моя сестренка плачет там, потому что она одна там осталась. У нее лицо такое довольное, ужасно. Мы, возможно, после кино пойдем в KFC, но здесь нету, мы, наверное, другой куда-то пойдем. Либо в Мегу, либо куда-то в другое место. Простую Мегу, не силку я, а простую Мегу. А, нет, здесь KFC есть. А, нет, еще не открылся. Здесь Hasbro открылось. Или нет еще? Ладно, посмотрим, сейчас продолжим. Через раз, два, три. Пацаны, мы продолжим. Смотрите, здесь на первом этаже что есть. Есть что-то непонятное. Сиденья, что ли, такие красивые. Там машины продают. И ты смотри, сколько внизу магазинов. Ужас. И вот смотрите, там сейчас Макдональдс откроют. Суши, Шинатаун, Бургер Кинг открыты уже. Hasbro тоже открытый, Tasty Hot Dog что-то, KFC скоро откроется. Так, мы сейчас идем Чаплинг. Я понял теперь, как называется сам вот это мега. Это называется Чаплинг Мега Силквей. Или Чаплинг Силквей Мега. Как-то вот так называется. Вот такой вот красивый Чаплинг. Кинема. А тут вот так, кажется, там мороженое, все такое. Так, я что-то своих родных потерял. Здесь охранники ходят. Так, пацаны, мы сейчас продолжим опять. Я что-то каждый раз говорю, я ничего не могу найти. Давайте, через раз, два, три. Пацаны, мы продолжаем. Смотрите, здесь что есть. Скажи, как тебя зовут? Меня Сергей зовут. Всем привет. Вот такие. Здесь как в магазине. Все так же, как в магазине. Как у нас, как там. Очень классно. Вот здесь надо самим наливать воду. Вот сам кино, да? Я еще. Она хочет вот это взять, но я даже не знаю, что брать.
Так, я вам покажу, что здесь есть. Очень классно. Нам, мне мой это братишка подсказал. Диас Баймагомбетов. Я передаваю ему привет. Корм. Охранники ходят, думают, что ты делаешь. Классно здесь очень. Есть 4 кассы, даже 6, что ли. По 6 человек. Ой, в каждой кассе по 2 человека. Лед можно самим наливать, я уже говорил. Вон, наверху там написано. Наверху написано, добро пожаловать в Чаплин. Вот. Здесь игровая комната есть. Вон, я вам все покажу. Очень классно. Чаплин. Кинема. Так. Советую здесь всем побывать. У кого, в каком городе тоже есть Чаплинг и этот Сиркл. Желаю, чтобы вы тоже сходили. Я нахожусь возле Экспо. Здесь за окном Экспо находится. Кто не знает, что это Экспо? Это такой шарик. Короче, я сам не знаю, что такое. Я сейчас вам покажу из окна. Вот там шарик такой висит. Ну не висит, это Экспо, короче. Экспо 2016, Киезет или Астана. Вон. Очень классно. Его вроде достроили. А, нет, там еще достраивают что-то. Вот такое вот сиденье есть. Очень классно. Такие сиденья. Посмотрите, как они сделали. Вон игровая комната для детей. Повторяюсь, это мой брат все посоветовал. Так что ему большой привет. Игровой зал называется Конго или Канго. Очень классно сидеть, здесь даже можно уснуть. Вон реклама классная, рекламируется. Вон кинема. Так, где моя мама? А вон они вон они. Вон они. Так. Да. Кубница. А, нет, тогда яблочко. Чтобы друг друга попробовать. Так, вот. Такой. Ну что, думаешь, никто не знает, что он на первом? Да. Даром. Папочка. Мам, подержи. Зеленая трубочка. Да, и все сами делаем. Все сами можно делать. На вторую? Сюда? Сейчас. Сколько? У тебя киви. Да. У меня яблоко же. У тебя что, клубника? Пацаны, мы сейчас вернемся, заплатим за все. Сейчас, через раз, два, три. Пацаны, я продолжаю. Мы билеты уже взяли. Здесь очень красиво. Повторяю, опять, третий раз, четвертый. Здесь классный фонтан с подсветкой. Вот такой. Все украшено идеально. Вот так. Вот такой красивый. Здесь пальмы типа растут. Хотя это так вроде растут. Да, это растут. Там снизу сделали. Надеюсь, вам все понятно. Я сейчас на стоп поставлю, через раз, два, три.